Всем здорово, народ, как вы уже поняли, этот выпуск будет посвящен хускарчику, ваншотикам и вот этой всей теме. Ну да, ну да, но это выглядело прикольно, было, если честно, ну, напряжено в реализации, но это работает, ребята, это рили работает, поэтому пробуйте с друзьями, я не знаю, будет у вас получаться или нет, но это прикольно. В общем, ребят, вот сам выпуск, само видео, где мы это все делали, как реализовывали, пожалуйста, к просмотру. Обязательно ставьте лайки. Можете подписаться, ребят, кто не подписан. Ну, это главная мотивация на то, чтобы делать такие ролики прикольные, ребят, только для вас. В общем, приятного просмотра. Тебе рвот закрут. Закрут. Да легкуй. Легкуй. Он что-то там топ-саппорт, им пушу рвот закрыли. Тебе рот закрывает. Окви. Бля, нельзя смеяться. Чё? Поел жирного сосисок, кефир запил. Сейчас смеюсь, и уж хочется плакать. Я смеюсь. Не смейся, пожалуйста. Туалетными сказками запахло. Туалетными сказками запахло. Туалетный утёнок, помните? Это как песенка эта. Кто пчёлок уважает. А чё? Понятно. А чё? Вот это баги. Баги доты. На так. Топе, топа. Ну что, ребят, топ. Готови. Готови. I taking Деруна. I take. О, Морта снизу. Найс. Так, ребятки. Ага, Вардецкого мне не дали, да? Вот сюда бы Вардецкий, мне на ХГ бы. Рот закрыть, рот. Да что за промахи? Все, пожалуйста, ребят, давайте это по теме. Плиз, умоляю. Антон, ты фармишь, если что. Да. Как обычно. Топором пуч даун. Путь с топором. Это, кстати, норма. Это норма, ну когда ты стоишь в свой дом и с топором. Ну, типа да, но тут надо понимать, кто фармит, кто не фармит. Ну, там в приоритете, конечно же, Войд фармит, но, типа, кого, так сказать, волнует судьба индейца. Жесткий лайн. Че там, Феникс? Нет. Но эти понимают, что они сейчас будут получать, поэтому они вообще не подходят к мобам. Поэтому я им говорю, рот закри свой. Промах. Оу. Оу, вот сладенький. Если бы не промах, бой. Отлично бы продамажил сейчас. Видел, да? Ты знаешь, что легко. Не чувствуешь, как изи, да, я бегаю по парке? Такое ощущение, у меня 10 слотов, я на них набегаю, они уходят. Пожалуйста, замолчи! Я тебя умоляю, но почему так много флуда, Миля? Бля, ну как можно молчать в игре вообще? Ты, ну, слишком типа, хочешь жестко. Я не в этом жестко, то что я хочу просто кайфануть с игры. Миля, он не будет своими хренями много урона наносить, тут крипов много. Нет? Ха-ха, я угадал. Хорош. Что это, попытка выхода на шале? Пусть выйдет. Он так хотел сбить мне эту флеску. О, Миран. Сейчас манка соберется. Кстати, я аркан не сделал почти. Ну как почти? Ну да. Что тебе надо? Опа, open quit. Ну я могу подставиться немножко. Типа, под дебила. Можно и клока побить, Антон. Можно.
два стака на нем. А, он отлетел, походу. Он уж сейчас будет думать, о, куда бежать? Вот так. А чё, он... О, он сдох. Вот так. Чуть-чуть осталось до аркан. Мне тоже, кстати, 200 и голды. Так, рот закрыт. Опа. Шоколенок завыл. О, какой же ты мудак. Именно, любимое мое. Что это там такое? И не одукват. Одукват? Тебе его вообще не пить. Чё за мартрет кви у меня тут? И what the fuck? Миллиоманы. Миллиоманы. Промакси. Лошара всегда так делают, так что пиши. Ты уже отпущенный. Отпущенный. Отпущенный кем? Крыл отпустил. Как, насколько долго у меня пуш будет стоять АФК на центре? Меня интересует один вопрос. Отпущенный я уже. Ну да. Такой, типа, понимаю, о чем дело. Отпущенный. Так, Антон, дальников мне давай быстро. Дальников. Наконец-то он его убил. Слышал я в начале игры, что эти пацаны посильнее будут. И слышу, о, блядь. Да. Так. Антон, у нас никого на лайне нет. Что такое? Ну, у меня мартретка на мид приходила, она типа ушла с линии. Это смешно. Ну, мы ее тут немножко нахлобучили. Ну, это ж хорошо. Может, тактический фит применить? Можно. Хочешь я? Антони? Есть? Ну да. Немножко. Есть. Ой-ой-ой. Антон, давай. Let's go, man. Let's go. Let's go. Are you crazy? Are you crazy? Пойду прогуляюсь на базу. Шакалом. Типа, да просто, are you crazy, и ты кнопку нажимаешь, она... Дурачок. Миля, ты на сапе, да? Апгур? Чего? Я не услышал. Зато поржал. Да. Что там? Опа. А можно посильнее подкасты дать? Он пытался подловить, я ж бычу постоянно. Бичу? Мне тут осталось до армлета копейки. Я бичу. Феникс пришел убивать пятого левела. Кстати, он лазером он меня жестко будет дамажить. Да, ты Феникс недооцениваешь. Контрапик узко жесткий вообще просто. Лазером он просто мне пол лица сносит. Особенно если ты сначала себе снимешь ультимейт. Смотри, гляньте, красные точки все на мид стягиваются. Да, что за фигня? Дайте пофармить. А я ТП делаю, может помогу. Это там изи. А чё, Клокс? Клок третьего левела, как так случилось? О боже, начинается. Ла-ла-ла-ля-лю. Я иду, Антон. Ой, Антон, живи. Но мне очень больно. Сколько стака? Я понимаю, но я бы сдох сейчас от лазера. Антони, есть? В смысле, там он меня пиздил столько времени, ты мог ему тычек накидать. Так я от лазера убегал. Что? Еще пока Еву попал. Ла-ла-ла-ла. Грибл гейм! Ой, армлет, блин, просто. Что? Я сейчас фотки разобью. Миля, рэмпейдж. О, пусть будет тянуть. У него ман нет. Да, я под дебила закашу. А, я дебил. Я дебил. По-моему, ты вообще не то нажал сейчас абсолютно. Ай, не проклацал. Ебать, если б я дал астрала потом мультик, но я не думал, что он пойдет на меня, он дебил просто. Почему они все на центр стянулись, я вообще не вкурю. Лол, я бы сейчас посмеялся, если б топ пугна, блядь, до дебафа там, до топа. Гиблет. Да, я б видос записал.
Такой пугна с бота приходит, разваливает четверых. Ну, типа, так и получилось. Но меня Феникс запиливает, это, конечно, насосано. Сосиди. Что-то они собрались, пятером Сарику Джа душат. Да. Я иду. Клок и... Подъезду добавь. Не-не-не, не надо. Такое получено. Фармите пока. Раз они стянулись сюда, мне левел надо, гони. Нормально. Я вижу, они фанятся. Смешно им. Смешно им. Это мне сейчас смешно было, по-моему. Господи. Хочешь под дебила сделаю? Не надо. Но я только хочу линию сюда перетянуть. Зачем ты так делаешь? Давай, линия перетягивается. Я устал стоять у них под ХГ. Кстати, Морта сап, она его чисто поддерживает, мало ли он сдохнет. Поддержка, давай, братан, все, можешь. Mm-hmm. Потей. Котейка, коток бас. Блин, мне нужен этот. Сейчас, достов нет, центр нет. А что там за дела? Я знал, что он напрыгнет. Ну, а у меня армлет есть, если что. Да ладно, забей. Опять два дауна. Так, сентри есть, если что? Загнули. Все нормально. Ой. Смотри, санстрайк будет. Я тебе вот так вот сделаю. Твоя хилка меня не спасает, у меня 250 хп. У меня 600 хп максимум. На 7-м левеле, кстати, оповещаю. Да, нормально. Вот хилка спасает жестко, там хп реген. ТП делаю на то. Let's go! Славил кинь. Я смеюсь просто на ходу сейчас. Ну, я думаю, это слышно. Нет. Блин, может, не надо их так унижать? Нормально. Да ты бы не делал эти ПТ, МП, тебе просто гоним и все, потестить. Сейчас они выпаливают все. Да и там... Ты голды втирал. Не в этом суть, Миля. Ла-ла-ла-лу. Боже, ну надо сбить обязательно. Надо обязательно сбить. Так, ну трое на миде, четыре на миде. Я отойду. Отойду леса поколочу. Ла-ла-ла-лу. Но ты умираешь. Это 100%. Да я не вижу его. Ничего. Опа. Эх, немножко не дососал, как говорится. А он все слил инвоку, ему тупо надо бить его. Там лучший, кстати, на инвокере. Так Антон инвокер гоняет. Ооо, 1050! Настакал? Да. У инвока было процента 60 хп, он его тупо срубил ему под корешок. Под корешок срубил. Проклятый возвращается, это я. Так, ну, начал гонять собирать. Ребят, куру ре, кому там? Курьер. На бугну хотят напасть. На нас напали! О, на меня напали. Так там клокер уже. Смотрите, я своего мома сосу хп. Идиот. Ты идиот, что ли? Просто потанцевать хотел? Идиот, что ли? Потанцевать хотел? Идиот. Я хотел потанцевать. Инволкер. Миля, пожалуйста, треки не включай никакие. Так я ж тихо сделал, там даже ничего не слышно. Ни одного пука нет. Ни одного пука нет. Ой, пуч. Как же ты вовремя выхукал. Опа, купола. Золотые купола. Душу мою. Вовремя хукаешь.
Я Сентри купил специально, чтобы его убить. Я там соло убивал. Этот пуч выхукивает его. Ладно, вот, моя ошибка. Не ожидал, что будет хук. Байте под дебила, байте под дебила. Да! Хорошо, он сдох, что ли? Да! И все, больше ничего не писать. Понимаю. Let's try, my friend. Слышал, клок сейчас задыхает. Это реальный хэш. Ребят, прочитайте ник Морты. Там что-то хуйня какая-то. Да. Типа писку дашь? Писку дашь, ебать. Типа да. Пизду дашь, ебать? Я только сейчас понял. Боже. Казахстанский мачо уделал всех. Нахрен я армлет вырубил. Сколько? 4 стака уже. 520 дэмэджа под вторым. Это очень много. Антон реген на топе. 40%. 520 плюс 40%. 700 дэмэджа точно. Я строю пенеси из белых кирпичей. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Бля, этого пуджа без топорика можно перефар. Это мега. Из юиш. Из юиш, знаете такое? Давай со спины зайдем, как шакалы это любят делать. Полетела жаба, видел? А чё, я умираю, да? Файтится. Боюсь, как говорится. Слишком много дэмэджа. О-ла-лули, а меня горит от... убили. Чуть не успел? Эх. Меня что-то быстренько убили. Слишком много дэмэджа было. Ну, блин, тут... Я не знаю, этот Феникс, это очень много грязи делает. Феникс. Просто Феникс делает очень много грязи. Ого. Феникс делает много грязи. Третий спел, второй, мне армлетить вообще не вариант. Слышь, инвок сейчас такой сделал, ультракил сидит, наверное, на воротничке галстук поправил такой. Ну, конечно, мы просто... Тут такая карта, что тут камбэчить изи. Да иди агоним, сделай свой, все, запарил. Слушай, ну я делаю, как бы, что могу делаю? В чем проблема? Если бы еще пуч мне не подсирал, инвокера я на низу убил, тогда было бы покруче. А так, типа, не очень. Не очень круто. Чё, не дает ничего? Пуджи! Он идет просто жрать, ему пофиг. Бу 5. Могу с даггером напрыгнуть на кого-нибудь. Могу с лазером залететь, кстати. Но у меня есть ультимейт, в принципе. Такой. Слоквер. С почти БМ есть. Выхупом. Опа! Он вообще в меня хотел, если честно. Я понимаю. ДДшка на боте. Я заберу. Дай! Антони? I coming, my friend. Много ракс есть. Антон, Миля, Швайк? Меня тут нет. Я иду, Миля. Швайкштайгер. Швайкштайгер. А, сюкла. Хотел убить тебя, сейчас смеяться буду. А, я уже смеюсь, подожди. Где ты это слышал, Швайкштайгер? Швайкштайгер это футболист топовый там, немецкий. Да что ты несешь, черт такое, побери. Это Швайкштайгер, вообще-то. Идиотский. Потанцевать. Да, он идиот. У меня почти есть этот. Найс, можно настакать. О боже, сколько там дэмэджа. Фит. Найс. У меня до этого до аганима копейки, ребят. Вообще копейки. Пизду дашь, ебать. Так, тихо. У них да, у них счет поровнее, что-то они посильнее нас.
А чё ты маны не дал? Аганим 200 монет. Смогу ли я наказать инвокера? Об этом нам скажет Ксения Бородина! А-а-а-а! Я убил его! Фид, Фид еще пишет. Все, есть игра. Да, пугна — это жесткая тема. Особенно тут топ-1 дота баф. Слышь, не наговаривай, топ-1 там не вообще бесит вот эта тема. Топ-1 дота баф. А что если там про игрок зайдет там на. А что на если топ... ноунейм залетит на 3,5 КМЛ? Боже, это вообще клинит аж. Это кликбайт. Вообще пиздец будет. Ну рили меня клинит. Это кликбайты чисто такие. Так, пацаны, ну я без урны буду, как хотите. Есть аганим. Есть интричок. Чё, готовы тестить? Сейчас самое интересное пойдет. Ты же ее убил бы, Антони. Нет, слишком много времени на это ушло бы. Мне казалось, что еще кто-то придет. Ну, блядь. Смечишь фуми. О, куда ломают? Пуч. Пуч говорит, меня сломало. Ну да, снапали. Взломано что там. Чем хорошо, кстати, именно ССД в паре, я могу еще астрал дать, чтобы дать вам время подойти всем сгруппироваться. Да. Сгруппируемся и сделаем сальто. Сзади, сзади. Клокверк, там блейдмейл, ребят, аккуратно. Там блейдмейл, аккуратно, говорю. Отлично. Так, ребят, ну иду, можно на ком-нибудь затестить, есть на миди инвокер. У меня есть форстаф, я залечу как бешеный. Да, типа на вас только... Есть! Поймал! А, ну я далеко. Ого, меня сшотило. Нас распилило. Тебя тоже. Давайте вас жду, короче. Ресайтесь, поехал. Я на деле, член в ее теле. Сейчас я, кстати, досты возьму, чтобы она убить. Или гем. Там вот так, я гем взял. Буду очень аккуратно давать астрал. Айстрал. Айстрал. Найстрал. На миде трое. Угу. Но, скорее всего, меня будут принимать под тэшкой. Ну да. Да. И четвером. Блять, как будто они знали, что я буду стоять за тавером. Они так в наглую зашли, это жесть. Living away! Ах ты... Чменда, чменда. А где мой гем? Cloud of mining. Один локер сильнейший. Топ 4 до табах. Чменда. Что там пуп? Пуч мобов хукает. А чменда, ну чё ты, блин, будем. Ну чё там? Кто на низу? Войд на низу. Вы на кто? Войд. Я иду на бот. Го на бот. Я бот, я. Тоже. Там вон еще клок стоит. Ого, там пачка. The four. Чё? Чё там? Антон где? Антона, давай, Антон, здесь, сюда, здесь. Сюда подойдем. Антон, ты за печком ходишь. Давай, за пайчиком подходи. Поехали. Я первый начну. Да, ты первый начинаешь, кидаешь второй, миля Астрали. Вот, ты... как раз подходящая цель. Да, Мартретка. Антон, давай, летго. Подходите. Сларк. Ну, Сларка. Нет, я не знаю. Мартретку, Мартретку. Вот, вот. Есть. Первый момент есть. Второй момент есть. Астрал? Не вижу. О! Есть! Первый есть. Молодцы. Давайте так же. Молодцы. Это уже конкретно работает. Сбиг оф. Сбиг оф. Сбин. Так, ТП. Делаю ТП. А, у меня КД. Сейчас будет ТП, я ребят. Я надели... А, он сдох, походу. Чё, продержите его? ТП 6. Так как? Антони, астрал нет. А, Гиом, подожди. А, это ульт. Ультимейт, да.
Ну, я не знаю, задержите, я бегу, мне даггер нужен. Я, ребят, ему наперед стал, может он меня врежется. Астрал даешь? Я только давал. Не, у меня давал, я уже давал. Можно так делать. Нормально, пойдет. Ну, один есть, еще раз пять, так, и хорошо, и засчитано. На, мне надо даггер срочно. Сейчас, Антоха, я тебе накину. А, Миля похиливает, да? Давайте что, кого-нибудь подождем, может кто-то на центр выйдет. Слышь, и... у тебя, на, я тебе гем отдам. Давай. Внизу цель. Го, погнали на низ, Миля. У меня 1100. Может она сейчас в лес сюда, кстати, пойдет. Антох, сильно не торопись, я быстро не могу. Так и Миля тоже. Да, мне нужно даггер, сейчас некстом даггер возьму. Давайте, подтягивайтесь. Ну, она, подтягивайся, она 25 пошла, раз. Да? Давайте сюда. Она ушла вот на базу. Как говорится, кто знает, кто знает. Опа! На центре кто-то был. Феникс. Там дружочек, он тут стоит. Феникс, сюда. Но он... О, давайте, а вот ну, это, Астрал. Делай. Астрал второй. Блин, сейчас БМ будет. Дай кину. Кидай, кидай, кидай. Ну. Уф. Это больно. Это опа, больно. Убили. Ну, ребят, молодцы. Это рили круто. Рил, блин. Че, на мид выйдем? Хаст. Хаст. Давайте я, наверное, возьму хаст, так как у меня нет никакой мобильности. Давайте. Ты какой-то, а можно включу? Нет, 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 нет. Миля, не надо, я тебя умоляю. Выходите в наглую. Давайте сюда, блин, конуся. Го, лес, лес. Можно включу? Го, лес, го, лес. Не надо, умоляю. Funny days. When the day I should be me cry. Вон, в лесу кто-то. Инвокер. Инвокер с даггером, ребят. Это sweet. Он с даггером. Sweet target, guys. Давайте на центре, может, кого-нибудь подождем. Давай. Блин, надо смока. Вон, втроем они на низу. Надо вчетвером смачка на низу. Го, потихонечку вот так обойдем, как шакалы, вот так вот. Го. Но они нас видят, что потому что сейчас день. Видит того, что... Да пофигу, это боты. Они не понимают, в чем дело. А, уже поняли. Так, Антон, ты должен... Не-не-не, все, бэк, ребят, не хочу. Сейчас виниться. Мне смока летят. Смачка подлетают. Смачка маленький. Смачок маленький. Так. Если пушка, короче, кого-то начинает хавать, ребят, то этого типа не фокусим. Опа, Сларка не вижу смысла фокусить. Да. Я не успею. А опа, вот так можно, даю. Можно. Шотни! Господи! На мне ГГ тут. О, найс форса. Ой-ой-ой, ребят, живу. Дайди бей. Живу, живу. О, там рогиец. Не-не-не-не-не, бэк. Ой-ой-ой, меня развалило. Но я Антоха, тебя засейвил. Живешь? Блин, ну не, так, не знаю. Уходи, гем не отдай только. Гем, да, не отдать. И вот, даггер не сбивается. Ну, Сларка все равно убила, вы видели? Сколько хп было и убила. И это было так бредово, типа пуш хукает меня, и я хукаюсь. А там топ пушит твой. Я видел. Так, ребят, ну взял даггер. Отлично. Наконец-то созрел наш помидор. Опа, Вайда бьют. Ага. Клок думает, я же клок. И у меня кок. Он стоп. Так, на базу, ребят. Иду и поехала. Еще пару фрагов. Фраг муви. А ну ману будет? Будет, да, но только мне хп надо восполнить. Не трать хп, ты сейчас умрешь. Так, Мирил, ребят. Сейчас взорвет тебя. Да, что? Там санстрайк жиж. Жиж, не жиж. Сейчас ману регению, поехала, ребят. Что, поехали? Да. Поехали. На низ пойдем. Поехали. Вокера бы шотнуть на самом деле. Да. Его взорвет, у него жопа взорвет тоже моментально. Погнали. Пейджный. Я так думаю, он сейчас на низу попробует быкануть. Антон, парочку фраз Тинкера озвучите, пожалуйста.
Доктор Клинкер. Доктор Клинкер. Клинкеринг about. Мне кажется, на Пуджа, нет. Вон, на Пуджа, вот, да, вот, я вот так он. И знал, что на Пуджа пойдет. Дота. Блин, я далеко, ждите меня, меня ждите. Wait for вот me. Ну, пока свети его. Тебя надо. Поддебило. Мортретка. Ну, вот эту. Миля, Астрал Мортри. Есть. Ааа, Soul Catcher прыгнул. Я дал, но... Полетел на... Второй на этого, да, на Клокерка прыгнул. Так, сейчас у меня хил будет, Антон, я откину хил. Блин, печалька. А те из Гирексы есть? Нету? Есть. Да. Как они собираются? Чё, го по этому, по тавру. Быстрее, сука. Не знаю, какой кайф играть через колонки, я вообще не понимаю. С читами вообще кайф, да? С читами само то. Чё, вы рядом? Давайте кого-нибудь подловим сейчас. Ловим. Антоха начинает, все как обычно. И варды бы. Вард куда-нибудь агрессивный поставить бы. Я думаю, у них вот тут вард стоит. Вон кто-то. Да не. Ставь обсерв. Давайте подождем кого-нибудь. Да, подожди. Просто засада. Раз напали. Опа, sweet boy. Гоу. Антони. Антоха, давай. Подожди, дай я нацелюсь. Есть. Хорош. Тавр спушим? Эти рот закрой. Я тавр попушу, ребят. На-на-на-на. Чё кура стоит, бля? Сзади, инвокер. Сзади! Го инвокера. Антон, твой выход. Да, Антох. Я просто ждал вас. Дал ему астрал, Антон! Зря ты дал астрал. Ждём. А он сейчас от КД-шта, чуть-чуть. Сколько КД? Клока, Антони. У меня нет сулкетчера. Ой, Миля, как же ты разоруинил сейчас. Блин, ну чё вы? Ну подруинил. Чё у меня? Господи, как меня пилит. Продажные шлюхи, говорится. Так, никто не идет за тобой. Попробуешь? А, не, ну Фениксу нет смысла кидать качера просто. Он время просто протянет. Да. Бичуй, ноу. Сейчас БКБ начну делать. Курьер висит уже сколько? Минуты три там. Там Войд МКБ фармит себе. Антоха, Аркану дашь? Mm-hmm. Подожди, давай. Спасибо. Ла-ла-ла-лу. Инвиз. Бери. Господи, бери. Это бот воет. Он... Да на... Где? Я сейчас его джавелины выложу. Ну не знаю, попробуй качера ему кинуть просто. Оу, сейчас... тут засада, оказывается. Пацаны, сейчас воет будет писать, где мои шмотки, забайте, сука. Да? Эх, сейчас бимили настрал просто. Да. Блин, может Этериал сделать? А хотя Этериал не так сильно это вот увеличит. Я на миду уже. Но они все на миде. Все так на мы миде. Шотаем. Ну чё, Антони? Антони, let's go! Готов? Покади. Хорош. Готов контент. Я сдох сразу. Что это было? Я ушел. Хорошо. На тот свет, кстати, да? Сейчас бы Аркадия, но тот свет не послать. Бля, он с гемом. Пиздец. Ну вот у нас АФК игрок. Что там гем? Курьера, смотрим. Да, попробуйте курьером взять. Я юзаю. Мама, артретка забрала, все. Все, а слили курьера. Найс. Блядь, просто стоит АФК форчит. Понимаю. А чё Войд не пишет, где мои джавелины? Рот закрыть. Мы так сейчас просто... Ну, я понимаю, контент, но нам еще как бы выиграть желательно. Угу. Типа у нас Войд АФК вот здесь. Ты тут выложил, надеюсь, джавелина? Угу. Вот здесь. Блин, не могу показать. Ну где? Вот здесь. Вот ты... Ну нафига ты руинишь, я не понимаю. Ну он не хочет играть, я ему выложил. Пусть ищет. Я вот эту хрень вообще не уважаю.
Не употребляю, да? Так. Блин, ну БКБ надо, мне до БКБ копейки. Блин! А куда он смотрит, а ниже? Вниз? Сука, как же... Ниже. Ааа, нет! Вот нахрена ты вот так делаешь? Вон, вон они, вон они. Выложи, пожалуйста, Миля, да давай. Дай побегать, Джимми. О боже! Ла-ла-лу-ли. Он не понял до сих пор, что они у меня, пацаны, он рубит ветки. Ах, пёс. Чё, псы, давайте, реализуем. Мне до БКБ копейки остались. Так, чуть... Опа, кто там? Да ё, страл. Да, хорош. Швякнул меня его. Поймал клок. Блин, Тони, я... Пока на топ смотрел, тебя уже 2 секунды его сложило просто. Славный контент. Да. Кажется, славный контент, гайз. Главное астрал кинуть, когда Хускар врезается. Славный астрал. Найс, найс, найс. Шоттайм просто. Где? Так, курьер. Скоро Миля будет. Миля Стефани не видел? Стефани, она у меня сосала 15 минут назад. Миля, пожалуйста, не выражайся так. Я тебя умоляю. Вот я, вот отвечаю, тебя вообще в Дискорд нельзя пускать. Как Дискорд включен сразу. А, там шалави, там все дела вот эти вот. Предлагаю Рошана пойти. Как бы бешеный бык рассуждать не привык. Бешеный лох. Го, 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 го. Я потанчу. Бери. Есть гем у нас, ребят? Нету. Плохо. Сентрички. Миля, возьми, пожалуйста, дасты. У меня есть сентр и опсы. Возьми, у меня дасты, пожалуйста. Так, вы понятнее, надеюсь, будет. Мне летит БКБ и гоу ваншотать кого-нибудь. Чё, кого-нибудь тут подождем? Да. А ну-ка, я на ХГ поставлю варп, мы и туда залететь сможем. Чё, если че. Ну, оттуда не факт, что мы вылететь сможем тогда обратно. Вон, опа! кто идет? Шотайм? Дал ему астрал щуби... Нет. Клоку. Ладно. Ой, хорош. Хороший. Ну, пойдет. Миля, ну, руинишь. Я говорил, не идти туда тебе. Cold snap и до свидания, мама. Я понимаю, ну и не иди туда. Не надо туда идти. Зато варп поставил. 47 секунд. Блин, я, наверное, Этериал сделаю. Апну. Этериал сделаю, и если что, будем беспугны. Бахать. Тут БКБ вообще мастер. У меня есть БКБ. Опа. Я на миду. Очень на миду. Очень есть? На миду. Антоха. Есть, я тут. Даю вижен. Зашел в Лотар. Где он? Он на даге ушел. Ларк лупит. Вон он. Инвок вышел. Цепим? Инвокера. Сейчас этот дагер будет. 5 сек. 2 секунды. Даю мне этого в жабу. Я не могу достать. Да не а, могу. В жабу. Все, давай, накидываем. Ну, no, найс. Nice. Почти. Ладно. Я сейчас сдохну. Нету вижена, печаль. Блин, Сларк сзади. Ну вот бэт. Чё, есть? Антох, ты мёртвый, да? Да. Печалька. Здесь вард, кстати. Хорошо. Ладно, пойдёт.
Инвокер убежал, да? Да, ну... Жаль, что не шотнули. Ну, Сларк тут, типа, Сларка тяжело шотать. Тут инвокер, уязвимая цель, Клокверк и Мартретка. Угу. Но это рили работает. Надо еще пару раз и отличненько. И Эливайна. Мне до Этериала чуть-чуть осталось. Скажешь, когда грифсы будешь юзать, Миля, я выложу все. Спасибо. Че, Антох, тебя ждем? Вон инвокер. С Октарином. Сейчас будет пытаться убивать. Ну, там... Там вот стоит. А, ну там уже пацан грызся. Давайте другого кого-нибудь туда. Там Клокверк или этот. Ой-ой-ой, я только Астрал. Так, ждем Астрал. Половина Астрал. Давайте кого? Давай, Клока. Дай ему. Боже, как же это вот больно. Ой, этого забираешь. Отлично, в когах тебя еще и не бьют. Хорошо. Антох, живой? Нет, я умру. А, нет. Еще живой. Блин, тут Феникс, а Радиенс этот пилит. Хватит срать, пожалуйста, умоляю. Живой еще? Я бегу к тебе. Дивотная, о. Ты же его убьешь, Антон. Бегу, бегу, Антон, бегу. А, ну все, о, там Мартретка докопается сейчас. Твою мать. Лол, у тебя же этот... Успеешь? Хорош, хорош, я бегу, Антох. 1000 хп не убили, 2 лейта жестко. Все, найс. Nice. Как жестко? 2 вам жестко. Надо вижен, ребят, и... Ну, Антох, сейчас с тобой можем на самом деле работать уже. У меня есть Этериал. Да. У тебя есть Этериал. Ребят. Ребята. Ребят. Я на базу пойду под Регенюс и гоу. Я тебя под Регенюс. А, я в принципе, ты тут? Скажешь, когда будешь аркану юзать, я выложу. Выкладываю. Готов. Миля, юзанешь? Хорош. Все, на базу не надо. Я флоу. Не надо, не надо, не трать хп, не трать хп, пожалуйста. Я на себя хилочку. Че, го кого-нибудь шотать? Вон на миди Клокверк идет в магазин. Клокверк. О, инвокер, инвокер, инвокер. А, там этот. Дал тебе хил. Ой-ой-ой, я развалился. Отвечать. Антох, да. Ну если что, любому второй кидаешь, там ваншот будет. Скоро будет. Есть второй. Но не в Клока. Не в Клока, нет. Клок вот так умирает. Я тебе закину хил. Wicked Snape. Блин, Сларк идет фуловый. Придется себе астрал дать. Кидаешь кому-нибудь? Там. На столах, ну у меня астрал КД. Ой-ой-ой, Антох, ну хилю тебя пока, да. А ты умер. Жесткий инвокер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. 21-8. Ну, мне вот хочется. Хочется сделать эту комбинацию, но не получается. К тебе бежит, кстати. Ну, Войд, Войд сейчас придет, мы убьем его. Ой, хороший купол. Как хороший? Он его не пробивает за Феникс. Найс. Ну, неуязвимость. Да ты его убей, ты не уй... Я тут сейчас дам маны, хп. Давай. Он драгер слил. Го, го, цепляете? Ну, неуязвимость у него. Я поставил смотри, где. Я купил гем. Мне на базу надо сходить и гол. Я на базу. Голые и смешнее. И го по миду. Сейчас просто тупо по миду пойдем тогда. Oh my fucking guys. Опс, пропал. О, свой. Боже, блядь. Я тебя убью когда-нибудь, нахуй. Усосу пинец.
Вот я не знаю, ведешь себя как дурачок, отвечаю. Лоу. Как дурачок, говорит. Типа, я и так дурачок, о чем ты говоришь, да? Так, ребят, иду. Я далеко, я вот здесь. Их много. Их много, да, отойдите. Куда они пойдут? Блин, я тотем даже не ставил за месяц, но я просто не хочу его, что он сам же себя убьет. Че, вы подойдете или я сейчас отвечу? Мы ждем, они сейчас сами придут. Вон, кто там? Клок. Клока можно, Антоха. Если цепляешь клока, я юзаю все. Иду. Или инвок. Нет, подожди, суицидится просто не вариант. Сбил линку ему. Я линку ему сбил. Сейчас отвлечься. Ну. Сларк. Меня клок бьет. Гайс. Иду, Миля, держись. Ох, ебу что-нибудь. Солкетчер есть. Нормально. Сейчас накину тебя. Вокера, да, шотнули. Там умирает, короче, независимости от хп. Погнали. Еще кого-нибудь, ребят, надо. Вот прям вот сейчас. Кого видим, сразу цепляем. Для красоты. Феникса, не Феникса. Мартретку или Феникса. Сразу там просто. На, и все. Можешь даже подзабычить. Погнали, подзабычим чуть-чуть. А, ПБ жмет. Я не знаю, линку чем мне сбивать ему? Я ультом сбиваю ее. Окей, сбиваю ультом, и тогда второй астрал там и поехала. Миля астрал кидает. Если сейчас Миля не успеет кинуть астрал, я дам. Итериал. Я успею. Ла-ля-лю. Если что, напрыгивать под него? Да, можешь залетать прямо на него. Мы сразу. Нет, сейчас подойдет Морта. Репорти дела. Репорт. Феникс еще там живой. Так, даю грифсы. Давай. Инвокер, го? Гоу, да. гоу. Блять. Успел. Успел. Ну я, в принципе, всегда готов, ребят. Только форджеты, чтобы не сбивали. Ах ты пёс, ты гляди, что делаешь. Вот что Кейдж вообще делает. Так, минус один форжер. Вард снесли, да? Хреново. Но Войд, если начнет, будет прекрасно. Мы просто сможем растянуть их и напасть, как нам удобно. Как мы любим это делать. Да. Клокверка, ребят, накидывайте. Давай, дал. Но поздно дал. Че, еще можно кого-нибудь? Сейчас ребята? Будет еще. Да, второй как от КДшится. 2 секунды. А, да, 5 минут. Нормально, нормально. Я живой. Че, можно начинать, в принципе. Там инвокер только. Я без маны сейчас буду. Хоть Феникса, не знаю. Улетел. Хреново. Ну? Даю, сейчас да. В морту. Меня пушка убила. А, да. Феникс убил. Эх, Антон, не погиб. Найс. Ну честно, сражаюсь. Да. На Афганистане. Ну, пойдет, ребят. Все, сносить можно. Да, я буду подспушивать сейчас. К чертям собачьим. Ближайший через 30 секунд появится Сларк. Че, они сейчас сдадутся прям, что ли? Ну, жду вас, ребят. Еще, если еще, ну, сделаем пару. Не пищи мне. Парочку фрагов таких сделаем, будет отлично. Или, а может, в ПМ ему напишем? Я ему уже написал, поэтому написал. В ПМ. А. Да, хотя. I love this. Сало поешь. Че ему напишем? Сейчас, подожди-ка. Ник напишу в луч ты ищи. Ну так и пиши, как я рот закрыл. Когда ты отправляешь сообщение, скажи. Сейчас. Я готов. Давай на счет 3. 3, 2, 1. Кто там еще пиздел? Я уже вижу. Че, ребят, готовы еще шотнуть кого-нибудь? Да. Я готов.
Да бери. За Криквей гляньте, что там. Ребят, там Аегис лежит у нас, смотрите. За Криквей. Антох, Аегис лежит. Язык не поменял, написал за Криквей. Так, ребят. Поехали, еще кого-нибудь шотнем. Будет отлично. Что там на боте? Можно Клокверка, там кого угодно. Или тебе Дагер. А, у меня есть? Есть. Так, ну я рядом, ребят. Я рядом. Есть кто-то на ХГ и Вокер. Антон, надо, чтобы Антон цеплял. Вот сейчас, Антон. Антон, let's go, капуник, бэл, let's go, урел. Ну, уходит. Я забываю ему сбить Дагер еще при этом. Надо сбить ему Дагер, сбить Линку, да. Только потом уже атаковать. Мне нажать ГД и все. ГДЦ. Тут вард, ребят, стоит. Меня крипы бьют с слоу-граунда. Ребьет. Че, готовы? Войд прыгает. Куда Войд залетает? Давайте крипов тогда сольем. Купола. Сейчас кого-нибудь цепану я. Давай, я готов. Миля, готов? Я всегда готов. Опа! Инвокера? Он с Линкой. Упал в браке. Я могу и Этериал на него юзануть. Надо Инвокера. Меня Дагер сбивают. Бейте форт. Его жопа горит больше всех, надо его. Давайте Клока. Кинул. Тоже. Ну нет. Так, ну не... О, ну такое его. Себе, ребят. Че, ну Айвокера можно там, в принципе. Антох, накинешь? Сейчас я рискнусь. Дал астрал ему? Нет. Неуязвимость у него. Дал ему астрал. Я далеко без даггера. Давай, шотай. Я далеко, без даггера я. Да господи, ну как долго. Я без даггера, говорю же. Бездарный, я не без даггера. Понял, я бездарный, окей. Топ пушит Слэр. I like it. Печально. Я, если б там не прожал эти... отход, я бы, скорее всего, умер бы там. Пениса рано. Еще сообщение инвокеру, как думаешь? Не знаю. В ним занят. Пацан, птик, сушки. Сбежал с псих сушки. Псик сушки спизгал. Че, ребят, я готов снова. А им готов. Блин, инвокера бы как-то. Не знаю, мне придется на него Этериал сливать тогда. Вон, инвокер идет. А, не, уже не идет, у него рефреш. Че, давайте цепанем его. Бегу. Ушел на даггере. В принципе, типа по топу можно пойти. Понял, мансует, газует. Вон он идет, нападает. А есть что? Да, ну я сбил ему Этериал, он ушел в Лотар сразу. На миде вон кусок стоит просто АФК. Я бегу. А, там БМ самое страшное. У меня БКБ есть. И страшно. Давайте закончим. Чё мы уже час, блин, это? Чё за... Цепанул. Цепанул, хорошо. Даггер сбит, я сейчас прыгну. Миля, прыгаешь? Есть. Ладно. О боже. А чё БКБ... Какой бред. Ну, я бы попал. Веник сзади. Не бейте, отойдите от него, отойди, Антон. Сходим. Просто. Чё, бать, мне больно. Класс. Чё, вы далеко, ребят? В таверне, не знаю. В таверне? Понимаю. Ты один. Я понял. Они тебя отпускают, что ли? Я бегу. Лучше бы ты на траволат, мне кажется, вышел, сейчас тебя зацепят. Фермер. А у нас Войда нету. Не можем скоординироваться на самом деле.
просто. Все, го, ребят. Инвокера нету, инвокер без ББ. А, не, ББ уже, наверное, откатился. Давайте кого-нибудь шотнем, клокер какой-нибудь. Еще пару раз. Три подряд вот шотнули бы быстренько в течение минутки, и все, и просто изи. Контра. ГГВП. Давай закончим уже. Ну, я хочу пошотать еще и закончить. Мы сейчас не закончим эту игру, еще часа два будем играть, если мы не начнем. Я тут подхожу. Ну, я по миду иду. Или можно кто? А, войд нанизу. Внизу идут, пацаны. Инвокера убили. Я вниз тпшусь, ребят. Антоха, на тебя тпшусь. Тиру, двоих убил. Сможем его? Сможем. Дал. Астрал дал. Я кину ему этерил. А, найс. Так даже. Это он под БКБ такое здоровое яйцо? Не знаю. Мазотретку накинем, Антох? А, там она сама умирает. Ладно, минус 4. Сларк на топе. У меня КД. Антох, когда полетишь на базу, если что? У меня 19 секунд. Я могу секунд. Сейчас прям. У меня 19 секунд. Ты не готов еще, да? Я не готов. 10 секунд еще? Ага. Я тут. Тяжело будет накинуть, пусть отпрыгнет. Nice. Есть. Не фул, конечно, из-за Этериала получается ваншотать. Ну почему? За, за ваншотило все равно. Ну как сказать, просто у него хп и так уже было снято. Ну все равно же за ваншотило. Там же фишка, чем больше хп, тем больше снимет на Хускаре. Блин, еще бы клокверка ваншотнуть на центре. Антох, есть травала? Я тут, а, да. А, есть КДшься. Иду, иду. Не, не, не делайте так, чтобы они там это... Еще разок ваншотнуть. Под колодцем убить можно. Лучше мордов. 5 сек до травалов. Морда, ничего нет на сейф. ТП-шься сразу туда. Все, я тут. Давай мордов. Во-во, клокверк. Накидывайте ему. Миля. Миля. Я в куджа кинул. Боже. Че, попробуем Феникс тогда? Когда еще? Давай, инвокера. Эх, меня купол поставил. Типа на, морту, на морту кинул. Давай. Сейчас кину. Миля. Давай, мор... На морту. Найс. Че, еще кого-нибудь попробуем? Феникса. Еще 10 сек. Есть? До Феникса. Кинул на него. Кинул он на Феникса. А-а-а. Войд закончил. Ну, такая хрень вышла. Победочка. Ну, ребят, работает? Работает. В принципе, я более-менее чем. Более чем доволен. Пару драк, где это рили сработало, это сработало. Что ж, ребята, кому понравилось данное видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Дальше будет веселее. И я вам обещаю. А на этом все. С вами был Азиас. Давайте, ребят, до скорого.